Погоня? Давайте, садись. Давай, разворачивай. Что, ты стрелишь, что ли? На тараны, что, блин, я спереди сел, можно бы... А прикиньте, они сейчас нас так же ждут. Бочком туда ставь машину, нас под огнем будем. Лево. Право. Нет. Право. Нет. Ставишь. Почему я спереди выпустить? Как я вообще за тобой? Не туда, нет? Что тебя убили? Ты меня прикрыл. Я, по-моему, ствол не перезарядил. Мне вообще какой-то музыки. Почему нельзя в армию машине перезарядить? Ты со что на дамбу к этому? Да, по-моему, мне кажется, один или двое. Да. Смотрите, мы сурим. До свидания. Когда на дамбу едем? Едем. Кстати, на дамбе наш прием. Повторите. Это АДВ, я один в группе заспавнился, он же ДНС, ну что делать мне? Потихоньку смещайся в сторону нас, дамбы. Ага, ладно. Разведку делаем, мы едем уже туда. Там только один, два машины. На дамбе, кстати, враг отделения, там человек 5 машин. Мы ушли на дамбу, поехали. Ну, мы где-то здесь высадимся, пешочку уже дойти. Нам где, куда поворачивать? Так, вы где уже? А хер его знает, в город въехал. Березняки, наверное, ЖД-станция. Тут будет проселочная справа сейчас. Вот там, по-моему, да, проселочная? Вот это вот что? Нет, дальше. Давай подымемся где-нибудь. А, надо было назад, он уже завернул. Назад? На 60. Ехать? Назад, разворачивайся. Мы проскочили дорогу. Чтоб тебя убили, короче. Слева. У нас бензина нет. Мы никуда не торопимся. У нас вообще галяк. Залево. Лево. Сейчас слева, да, дорога. Карыч, какая. Ну, слева. Там стрельба какая-то. Вот она, дорога, да, по-моему. Вот она, это оно. Может, высадимся? Да, давай, тут рядом. Тут. Тормозна. И зарядку. Перезарядиться. Эта дорога на дамбу ведет, проселочная. Сейчас я мертв врага. Мертв врагам. Пошли, Карыч, в бой. Метку на. Как противник вообще увидит? Они русские. То есть мы практически как мы издалека. Держимся вместе и стреляем по незнакомцам. Не учтите, что АВ может по берегу подойти. Один еще. А он живой? Может быть, по нему стреляет? Может быть, кстати, по нему. Так нас слушают. Ну, какая разница, мы все равно информацию не сообщаем. Там у них хазушка аккуратно. Стационарно. Я помню, за этим фургоном. Да.
И бункер у них там есть где-то еще. ДВХ нужна вообще? Что там? Че ДВХ не строит? Блин, солнце в глаза будет. Ну вон так где-то потерялся, наверное, позади нас. Что никого на ДВ нет. Забыл, наверное. Че вообще куда двигаться? На север. Два. За холмом, за этим курганом. Дамба. И зуха. И бункер. И враг. Просто в жесть. Может не пойдем туда? Да, домой пошли. На том берегу, кстати, по правую сторону, может быть. Кто это говорит? Ориби. Ну ладно, до свидания. Лодки вижу, лодки. Давай лично. Спускаюсь, мой. Это, по-моему, колонна. А у нас задача-то какая, скажи? Удержать дамбу. Зачистить, проверить, например. Убил. Он пулю вытащил. Фэнфал кто-то тут бил. Фэнфал. Зачистить, да, тут надо? Да, и на предмет мин нам обеспечить беспрепятственный проход колонны. Понял. Аккуратно. Перед броском предупреждаю. Да. Я хочу помочь тебе. О, мы, кстати, ФГшника тут бомб за дверью. Хитрый репит. Ты не по синему вроде как стрельнулся? А? Сейчас синий по синему стрельнул. Да-да-да, репит менял тогда. Ну. Командование решил забрать. Да. Вы на лодках что ли приперлись? Нет, мы на машинке. А кто на ландровере был? Известно, да? Не знаю, я... А, вижу это отделение, вижу. Вы для меня докопали. Ох, сейчас нашим зайдут в спину. Пока они тут развлекаются с... А он отбился, что ли? Нет, он был там. Че, он еще живой, что ли? Да. Ну, поди в рацию орёт. Быстрее! Да. Это геймплей у него. И мне проще было уже зайти туда, я не знаю. Ну вот кто-то куда. Ноги торчат. Да. Ну наконец-то. И как? Так, сейчас
Немного ли их там наблюдателей-то? Каких наблюдателей? Это они приперли сюда, переплыли и напали на нас. А машину что не слышно было? На чем они забрались? Мы высадились далеко, мы в городе высадились, пешком пришли. Охрененно просто. Воду. Ну че? Потом запись посмотришь, там вообще жить. Я такой до ШК тащу, блин. Я еще, знаешь, я слишком далеко прошел и развернулся, чтобы задом назад попятиться. Вижу, как на меня идет этот говнюк. Алексар, ну что, уснул или че они там вообще торчат на юге? А ждут, засаду устроили. Они же не дураки, они понимают, что там сейчас поедут. Интересно, на мою мину наедете? А мину разминировать они могут, нет? А, они... Ну да, пострелять. Да, там одна, короче, я не смогу ее завести. Чего в мой рюкзак кто-то залез? А ты ее случайно не пытался на мост поставить? Нет, я ее перед мостом поставил, ее этот репит, около репита. Я ее не смог завести. Слишком закопал. Кто-то не выдержал, бежит. Так, это кто там, Николай? Разведчик, наверное. Ох, сейчас сажу всех поближе. Вот зря он напал, зря. Он был колонну ждать. Все. Сейчас оборону займем. Они, блин, 100% тебя перезнают, где колонна поедет, не будет ждать. Почему первый грузовик идет? Я моя. Ну, подарил нас. Так хорош, разминировать что ли. А где остальные? А, едут. И все едут с одной стороны, да. Беттер, тупит Беттер. А чё они там, Беттер? Да чёрт ты знает вообще, где они едут, блядь. Как это было? Бегом вперед, да, стоят, я когда гранату из бункера бросил, там задело хоть кого-нибудь? Нет, они продолжают себя отобраться. Но с другой стороны, смотрите, первый грузовик проехал, и он спалил все позиции кузова. Ну, сейчас те, кто там сидят... С другой стороны, никого на дамбе почти не осталось, кто бы мог сказать, где сидят. Я метку ставил, двое. Взяли мину, мы разминировали. Вот, и я Рексаров отстрелил, нормально. Зато как встретили этих СП на Вандеке. Красота. Я вообще больше в обороне играть не буду, блин, это неинтересно. Сидишь, обороняешь, они сзади заходят. Да. Всю игру сидишь, до тебя противник не доходит, или тебя обходят и убивают постоянно. Это так задумано, что он про стартерации нет? Да тут гиль, блин, такой же, как и у нас, блин. Как Риксару обстрелял. А я не понял, чем Банзай занят. Мосты подрывают, понятно, диверсант. А че они еще там? Да, они мостами занимаются. Ничего. Да. Ну там кто-то в городе засел уже с гранатометом. А, да, чувствую, ты колонна не проедет. Ну, всех остановить. Можно сейчас крач поднимется и убьет. Да, вот он уже делает. Меня Беттер отработал, да? Нет. А Карич. Кто?
Карич сзади подошел. Да это ты бесполезный, блин, бойцы эти, которые сильно отвечают. Блин, прорыв пошел. Ну просто на выстрел уже начали смещаться. Там бетра он стоит еще на берегу. А кого ты хотел, чтобы мы ответили? Ты про тех, кто на дамбе остался? Да, да, да. Я у нас много... было два человека. Меня как только я сказал, что враг, меня сразу пристрелили. У вас трое было, я понял. У нас двое было. А, один уехал в разведку. Видимо, его тоже был. А, вон он. Кто? Вест? Вест вот два. Да, отстань. Ты понимаешь, какая фигня была? Я до ДШК в куст тащу, чтобы просто спрятаться и ждать. О, мина сработала. Убился кто-то? Отлично, проверили. Сказали ж, не проверили, куда вы едете. Грузовик же проехал. Бетр без колес. А грузовик проехал, кстати, я проскочил. Да, грузовик проехал, он там же проехал. Нам сказали, это, проскочил грузовик там. А, он проскочил. Ворон, он проскочил. Ес! Та же хрень, Иванчик, та же хрень. Все, класс, наконец-то. Там просто в тебя все разрядились, все, кто был, мы все... А может и эта мина сработает, первая как-то? Чем здесь осуществить? Мина сработает, она на борту. Она не заряжена. Что там дальше будет? Я вот так шикарно тащу в куст. Прошел, короче, дальше куста, разворачиваю, чтобы задом до него дойти, и смотрю на меня, три человека будет, блин. Плохо. Чёрик Сароши зеленый какой-то. Роксара без сознанку положили, он, короче, провалялся, встал. Да. Ты его я и положил, он выглядел как противник. А кто в бункере лежал, мы штурмовали? Вот сейчас взять грузовики, сесть и поехать. А что мы сейчас сделали? Сели грузовики и поехали, только мы кто развернулся. Нет, вот сейчас, вот сейчас мы. Сейчас можно обидеть. А нахрена нас надо развернуться, что мы все творим? Там вообще по рации перепрыгнули, а там без сопротивления подавлено полностью. Так она потом сзади приперлись, наши приперлись. Я успел сказать, что гарды. Они сразу поехали. Лодки, да? Нет, нет, они на УАЗике приехали. На УАЗике, то не просто. Ну, Вест на втором доме пошел, я сказал, что... А он без рации был, сказал тебе в разведку ходить. Мне это вообще понравилось. Разведчик без рации, который доложил ему. Кстати, как он? Ты не можешь спросить? Вряд ли, он в другую сторону, видишь? Да. Три грузовика. Еще да. Репит объезжает. Там банк. Если Махно помрет, то Спитер должен доехать, и Репит еще. Да, жестоко. Гонза, по-моему, сейчас встретит. Об стенку себя. Ты с двоих просто взорвет. Да не. А, нет, ас. Спитер здоров. Привет.
спидер. Походу лицо с тобой, я поехал. А че за мной поехал? Лол, минус спидер. Да, смахнул тормозит. Ты вот репит правильно поехал. Все, махну оторвался. Кто это там был? Вон, не, не оторвался, ты дальше. Да, гонка. Не, все, у меня это каждый кто убивает. Куда он поехал? Да что он творит? Куда он едет? Срезал. Обратно к нам. Обратно? Да, ему не понравилось, он домой. То, что Марко плохой водитель, я помню, что с того момента, когда у меня в ПМП сходит водителя, да, что-то орёт, то есть он где-то в своих положениях. Нормальный парень его будет делать, он говорит, он комиссии. А он, короче, он думает, что он такой, два круга пройдет и победа. Блин, хотел же к берегу выехать, ну ладно. Да, насчет того, что вы зашли на дамбу, а у вас по КВ очень много было. Мы не успели бы подъехать, если тупо по КВ бы не говорили, что вы на дамбу. Вот, есть КВ? Да, подождите, он уже ты знаешь, как он Кёрку теоретически держался? Кёрку? Вообще, мы не отстреливались. С нашей стороны я долг из тревог не был. Мы удержался долго. Нет, это правильно. Если вы доедете, я беру свои слова обратно. Что, как вы все умерли? Только что было 20 человек, уже ни одного. Мне хрен на дамбу нападать. И Беттер хорошо слился. Маха прям по дороге так едет, просто круг сделал. А, кстати, как это на вантаке там вам? Кого-нибудь убило вообще ванровера? Что когда под обстрел попал? Что вон? Ну, вон вандак проехал какой-то. И по нему стреляли из-за лаза. А почему мина не взорвала грузовик? Как это так? Вот, потому что она взорвала бета. Слишком легкий. Нет, потому что она взорвала бета. А в ванне там сначала грузовик проехал, и мунтия, а потом бета. А, там два человека осталось, махнул репит, ясно. Репит-то, я думаю, доедет, что нет-то. Да и махнул доедет, смотри, как он хорошо едет. Там нет никого. Минимум до 3 грузовика, да? 2. 2. Ну, ты было, 3, ты же вроде 3, без 3, рации вообще был, да? Я, получается, на ДМБ-1 с рацией был. С рацией ты был, да, да. Красные в синюю зону зайти не могут, да? По-моему, нет. Как я понял, около той дамбы вы все и полегли, да? Да. Там такая куча лежит трупов. А где же грузовики? О, сейчас, по-моему, Качекар может поехать по дамбе и взорвется. Что, а, тяжелее, что ли? О, мина одна только уже на взводе была. А, одна? Да, я второй груз закопал случайно. Нет. Я помню, мы как-то эту Мишу тестили. Там мины как-то в землю уходили. Ой, какой хороший ой. Водитель. Что у него за водитель? А, это Качекар водитель. Кого не ждали? 4 вот ЗК проехали, кого не ждали? Скажи честно. Может, нахуй. Причем очень сильно. Это ты про то, что он кругами катал? Да, он смотри, он сделал круг, и половина красных пошло искать его в березняки. Господи. Какая обманочка. Да он сам себя. Корабль затонувший, серьезно? Где мы? А, там где было репита в один, как сюда. Стоп, я помню, за ним этот лодка пряталась, плавала. Ее не видно было. Сбавиться надо, триггерить. Да зерниты, насколько я помню. А, да, точно, да-да-да. И второй еще надо.
Вот зачем мы защищать вот этот, ну, типа, нужно хотя бы один довести, или надо все три довести? Игра под дальнобойщик, блин. Два. Ребят, решил согласить дорогу по полю. То есть вин, да? Вин. Синий победит. Да. Ну, мы держали. Куда поехал? Почему нельзя по дороге ехать? С таким перевесом. Вен долго стадил, очень долго. Ребята, все так у него кончилось. Да нет, не в грузовик весь истрелян. Да. Просто махнул. Мне кажется, он... А, мы еще разбил. Что за стрельба? Стеканул, все. Потерял, значит. Бомбануло. Лол. Пошел выгрывать, короче, этот. Пошел, помахнул, блин. Блять, сука. О, и махно остановился. А что с кочеганом случилось? Спину чё? Чё случилось? Кто вас спину убил? Я чё знаю, сюда. Лол! Вест, красава, пошёл. Он без рации, блин. О нет, о нет, о нет. Сейчас его убьют, да? Это вы слишком хорошо водили и во всё врезались. Бан Вест. У нас проблемы. Боящий вызывать что-то дело. Послал командира, пошел рандомить. Обидно. Бест тут своих захуй. Блять, сука. И своих еще убивал, да? Напиши, что они в город залезли и все. Да. Вот пидор, блядь. Больше скажи, чтобы они доехали 5 метров. Кто вас убил? Бест. Бест просто хотел себе ДШК, все. Машину еще дух столкнул. Понимаешь, просто выехали туда, Бест знает, куда ехать, и все. Так, блять, вот. Сколько мата, а? Да у меня бомбит! А трясёт? А мне клонзов каждый месяц убивает. Ну, ну ладно, чё, всё. Ну да, всё, да, все остановились. Чё, они рубят? А, руби. Там БТР, чё, выбитый был? Краб, он водителем сел. БТР мышь не подорвал.